підтримку інновацій на фестивалі Decoded, що тривав у Львові, Vodafone Україна спільно з NDI Foundation презентували платформу Tech Today Hub – місце зустрічі науки та бізнесу. Тут зібрані наукові проекти, винайдені українськими вченими, які можуть зацікавити бізнес. На Tech Today Hub вже презентовано десятки українських винаходів. За время работы проекта нами уже было представлено более 80 проектов. И что характерно, что есть высокая динамика развития интереса к инновационным наукоемким проектам, потому что они, в общем-то, позволяют как обеспечить импортозамещение, так и построить системный бизнес, технологически ориентированный на внешние рынки. Вже 9 проектів привернули увагу інвесторів та перебувають на фінальних стадіях підготовки інвестиційних контрактів. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы сотрудничество бизнеса, большого бизнеса и технологии, и науки было очень тесным. Именно поэтому мы и занимаемся этим направлением. Нас интересуют абсолютно все сферы экономики, где возможен эффект. Эффект, в первую очередь, для развития страны, для того, чтобы сюда приходили инвестиции. На майданчику Tech Today Hub презентують розробки українських вчених у різних сферах.